Добрый день, уважаемые зрители. Приветствуем вас на стадионе «Металлург» в городе Липецк, где через 10 минут буквально начнется матч очередного тура, седьмого тура чемпионата второй лиги А в серебряной группе, где нас ждет поединок местного «Металлурга» и московской родины 2. Вот это, по крайней мере, для меня стало неожиданностью. Все-таки я ждал Матвея Бурлакова, который классный сезон проводит. В 5 матчах сыграл, в одном был травмирован, не участвовал. В 5 матчах сыграл, в 4 отличился голами. Как показалось, слишком слабо было сделано, но Егорскому действительно рывочек пришлось совершить. Но он успел, а теперь скрывается оборону Родина, выход 1-1, удар и мяч в воротах, 1-0! 1-0, Григорий Борисенко! Ну и хорошую скорость Борисенко развил, не дал себя догнать. И будет удар здесь. Готовил его Вячеслав Гордиенко, а пробил плохо. Свалился мяч с ноги. Продолжает Родина искать пути к штрафной. Но вот эта осада, если сравнить ее с осадой города, вот удар и мяч в воротах. Не будем мы ни с чем сравнивать. И вроде бы ничего не предвещало, и вроде бы ничего не получалось у Родины 2. Но так спокойно. Но попал, конечно, Дмитрий Малыгин идеально в самую ближнюю девятку. Уже из штрафной, с 15 метров. И вот так вот Родина 2 из ничего как будто сравнивает счет. Удар издали. Не попытался сразу резать в центр на ворота. Великородный закидывает штрафную. И первый на мяче Павлов. И это фол. Наверное, не хотел Кононенко фолить. И это Бушуев по штрафной. И здесь Глухов и падение. Но не будет пенальти. Но есть момент. Продолжается. Пытался нанести удар Комар. Вы знаете, очень спорный эпизод. Трибуны, понятно, взрываются. Сам Глухов считает, что был фол. Тем не менее, проходит Родина 2 эту оборону. И в штрафной момент. Опасный. Будет угловой. Заблокировали в последний момент удар Атаманского. Это Горунков отработал. Но укрылся от нашего внимания эпизод, где Попову, видимо, помощь оказывали. Поэтому заставили его поле покинуть. Бурлаков бьет, рикошетный мяч в воротах. Но Матвей Бурлаков притягивает к себе забитые мячи. Результативные действия, они сами к нему липнут. Но без ударов нет голов. Банально. А там играет Попов, и все. Или нет, не все, нет, здесь фол в атаке. Но все уже тоже. Скоро вот оно и наступило. Финальный свисток фиксирует волевую победу Родины 2, которая прерывает серию из двух ничейных исходов.